целях реализации данной программы в области приняты все необходимые нормативно-правовые акты, это в частности постановление Акимата, создана региональная комиссия, утвержден план действий, также утвержден непосредственный план мероприятий, включая медиаплан. Анализ показывает, вот на этом слайде показано, вот примерные потенциальные участники по трем направлениям данной программы. Стат данные за первый квартал, поскольку еще за полугодие официально они не опубликованы. Значит, 512 тысяч – это вот самостоятельно занятые, примерно 67 тысяч – это безработные, малообеспеченные 22 тысячи, из которых 18 457 – это те, которые получают добровольную социальную помощь, и порядка 6 тысяч из этого количества – трудоспособные. В этом году мы планируем в рамках вот пилотного проекта, что примет участие в этой программе 12 477 человек. В целом я хочу сказать, что в текущем году у нас в области запланировано создание 34 640 рабочих мест, из которых на первое полугодие уже создано порядка 24, то есть 69%. Как я вам ранее докладывал, мы создали областную структуру, региональный инвестиционный центр «Максимум», и данная структура имеет дочернее предприятие микрокредитной организации РЭС. И за эти два года, как показано на слайде, профинансировано 4239 проектов на сумму 10 миллиардов 100 миллионов тенге. Если говорить по годам, то 2009 год 561 проект, 2010 год, ну, 2009 год это был как раз начало деятельности данной структуры, поэтому вот небольшое количество. Уже 2010 год они уже работали полнокровно, 1866 проектов, а уже за первое полугодие текущего года 1812 проектов на сумму 3,5 миллиарда тенге. Практически вот 90% из этих проектов это микрокредитные, микрокредиты, и основное количество это вот, сельское хозяйство. И, что немаловажно, процентная ставка под 7% годовых. Что касается центров, создания центров занятости, то на сегодняшний день все центры в области они созданы, они укомплектованы необходимыми кадрами, штат полностью укомплектован. Необходимые здания, где они будут размещаться, также они определены. Одним словом, все организационные вопросы для того, чтобы эти центры начали работать, они на сегодняшний день решены, включая вот, проведение мастер-классов, семинаров во всех районах, во всех городах. Что мы ожидаем по итогам этой программы? За 2011 год, ну, учитывая, что это только второе полугодие года, экономия бюджетных средств по программе «Адресная социальная помощь» составит порядка 35 миллионов тенге. Ну, если говорить по году, то, наверное, будет порядка на 70 миллионов тенге, и это при этом ежегодно. Количество получателей «Адресная социальная помощь» уменьшится в среднем на 10 тысяч человек или на 25% от запланированного количества. И безработные уменьшатся примерно на 10-3%.